9 нарушений, 2 протокола и штраф. Таков итог профилактического рейда «Маршрутное такси». Только за 2 часа работы было проверено более 60 транспортных средств. Выявлено свыше 20 нарушений. Среди них превышение количества пассажиров, нарушение правил применения ремней безопасности, нарушение правил маневрирования, управления транспортным средством при наличии неисправности, неуплата административного штрафа в срок. К сожалению, некоторые водители до сих пор пренебрежительно относятся к безопасности. Это может привести к дорожно-транспортному происшествию, где могут пострадать пассажиры и также пешеходы и другие участники дорожного движения. За 10 месяцев выявлено 7620 административных нарушений, совершенных водителями автобусов, маршрутных транспортных средств. Водители относятся с пониманием, так как это наша работа. Сотрудник ГИБДД останавливает маршрутное такси. После проверки документов у водителя оказался порван ремень безопасности. Запрещено у нас эксплуатировать транспортное средство. Обязательно надо заменить это ремень безопасности. Инспектора призывают водителей быть внимательными, проверять техническое состояние автобуса перед выездом на линию. Ведь от этого зависит здоровье и жизнь пассажиров. А нарушение устраните, ремень замените? Да, заменим. В департаменте транспорта городского округа Самара работает общественная приемная. Жители города обращаются с пожеланиями об организации дорожного движения, в том числе и по работе общественного транспорта. В этом году планируется изменить организацию дорожного движения в районе пересечения улиц 22-й, парт съезд и Новосадовой. То есть там планируется участок от улицы 5-й Просеки по 22-му парт съезд до Новосадовой сделать в режиме одностороннего. Это предложение вносили граждане нашего города неоднократно для того, чтобы увеличить пропускную способность данного участка. Потому что утром именно на таком незначительном участке люди стоят в пробке по 20-30 минут. Для того, чтобы это избежать, разработана была схема. То есть в настоящее время предпринимательные мероприятия практически полностью реализованы. Сейчас ведутся работы по изменению режимов работы светофоров. И как только все будет готово, скажем так, мы торжественно разрежем ленточку и посмотрим, как это повлияет на безопасность движения и пропускную способность. Все эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности пассажирского транспорта на городских маршрутах в рамках реализации муниципальной программы повышения безопасности дорожного движения в городском округе Самара на 2016-2020 годы.